Всем здорово, пацаны, в общем, с вами, как всегда, Ясный Пиршоу. Сегодня в видео я буду играть в покер на 200 тысяч. Скажу вам сразу, что покерист из меня, конечно, такой себе. Вот что он себе позволяет, чем по австричкам, это вообще офигел. В общем, покерист из меня такой себе, я даже до сих пор не знаю, что там сильнее, пара тузов или фулл хаус. Ну, в общем, собственно, посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, пацаны, скоро выйдет моя новая сборочка с вот этой вот явой, так что подписывайтесь, ёпта. Но если вам не втерпёшь, можете скачать мою предыдущую сборочку, ведь там тоже эта ява есть, это еще ПСЖ. Просто мне обычная моделька ПСЖ не нравится, она какая-то конченая, вот эта ява, она реально топовая. Если ее покрасить какой-нибудь такой, знаете, пацаны, собственно, красный или желтый цвет, вообще будет самое то. Но пока черный, просто такую купил, на перепродаже чисто. Пацанчик к успеху шел, не фартануло. Красиво, красиво он так улетел. А, ну что ж, пацаны, вот я добрался до казика, но свободных мест, к сожалению, нету. Начало, конечно же, офигенное. 200 тысяч, пишет, нет свободных мест. Нормально, нормально, собственно. Начало вообще топовое. Ну, в кости я играть не буду, это уже не интересно, это уже пройденный этап, собственно. На 20 тысяч вообще никого нету. Поскольку там вот эти соседние страны, я знаю, там вроде 2 миллиона, там вообще 400 тысяч или 600, я не знаю. Короче, я на такие ставки вообще не махал играть. Ну что ж, будем ждать, когда освободится место. 2 hours later. Пацаны, уже 2,3 миллиона, видимо, тащер серьезный. У этого 500 тысяч, 200 тысяч. Ну видите, вот единственный тащер, пацаны, вот это вот нигер. Надеюсь, я буду, точнее, я, конечно, я не такой же тащер, как он, я так в покере особо-то не шарю, но надеюсь, мне хотя бы с картой повезет. Тройка, восьмерка, думаю, скину их нафиг, конечно, карты такие себе. Типа я пасую. Пацанчик, у меня туз и пятерка, сейчас, в принципе, можно повоевать. А вдруг там пара тузов будет, все дела. Сейчас посмотрим, что сейчас будет, собственно. Уже там приз, в принципе, уже 17 тысяч, такая нормальная сумма, на самом деле. Самуэль, а тут он, блин, уже вторую ставку подряд так тупить что-то. Давайте подниму там до 10 тысяч. Мало ли, вдруг мне повезет. Сэм... О, пацаны, пара тузов, пара тузов. Пацаны, давайте, короче, повышаем. Давайте еще, короче, 10 тысяч поставим. 10, 1, 2, 3. Если повезет, вообще будет четенько все. Уже там приз 50 тысяч почти. Ой, я забрал банк, 38 тысяч. Тут там 25 тысяч поставил, короче, пацаны, скину. Слишком уж огромная сумма с моими такими-то картами. Бля, пацаны, я бы сейчас затащил это. Жесть, у меня видели, у меня была десятка и пятерка. Я бы мог бы пара десяток затащить, в принципе. Хотя если какой-то там туз бы был бы, то я бы не затащил. Сейчас там пацаны, которые шарят в покер, наверное, испытывают испанский стыд, собственно. Играя в покер я, а стыдно, собственно, вам. У меня король и туз. Короче, сейчас надо рисковать. Давайте, ну, 2500 поставлю. Я не испугну других пацанчиков, потом уже поставлю 10 тысяч. А можно сразу, типа, всем рискнуть. Типа, сразу ауин пойти, пацаны, может, ауин пойти. Так, короче, сейчас поставлю, пацаны, 20 тысяч сразу поставлю. Уже гляньте, на банк. Банк уже, собственно, 83 тысячи. Если я сейчас выигрываю, я, наверное, свалю отсюда сразу. Короче, пацаны, надо идти ауин. Короче. Давайте ставлю, пацаны, 20 тысяч. 21, 2, 3. Если я сейчас выиграю, я реально отсюда сварю, короче. Видите, пацаны, короче, соглашаются тоже ставить там ставочки. Так, давай, короче. Что у него там может быть, интересно? Давайте, короче, поставлю 100 тысяч. Соточку ставим, посмотрим, что будет. Так, я забрал банк, пацаны, у меня уже 300 тысяч. Поняли, дальше я рисковать, собственно, не стал. Я поднял больше сотни тысяч, где-то, ну, соточку с чем-то поднял я, короче. И эту соточку я разыграю среди своих подписчиков. Для того, чтобы принять участие в этом таком мини-розыгрыши, точнее мини-конкурсе, в общем, поставьте под этим видео лайк, подпишитесь на мой канал, ну и оставьте под этим видео любой комментарий, связанный с этим видео. С вами был Снайпер Шоу, до новых встреч!